Приветствую вас. Я говорил, что на сайте Мирового банка есть рейтинг, ну если так выразиться, обзор за то, как поменялась экономика мира за 25 лет и, конечно, отдельно по странам. Есть, конечно, по Соединенным Штатам Америки. Не буду делать табличку. Ну просто не буду. Лень. Тем более, думаю, что ничего такого сенсационного я вам там... Я вам лучше расскажу. Хорошо? То, что может вас будет удивить. Вот смотрите, количество мобильных телефонов на душу населения на 100 человек. Вот, к примеру, в США меньше, чем у нас. У них 110. 110 телефонов на 100 человек. У нас 155. В России то же самое. Там 150 чем-то. Мобильная связь. Что-то думал, что в США 100%. А то нет, 87%. Ну, вы знаете, в России там, конечно, побольше. У нас 40% в Украине. Ну, отстаем. Ну, теперь высокотехнологичный экспорт. Ну, по логике вещей 90%, правда? В США должно быть. Ага, 19%, видите? Ну, да, да. У нас, конечно, тоже не очень. Но в России еще меньше, если помните. Военные расходы 3,3. Да, да, 3,3%. Ну, ВВП, конечно, считается. Ну, здесь мы, конечно, рванули. Но давайте другое посмотрим. Налоговые поступления. Вот помните, постоянно говорите, вот налоговые. В США вот практически 10,9, и я смотрю, 90-й год, то же самое, там 10,4 было. Проценты, естественно. Все это до ВВП. Ну, классика. То есть нагрузка налогов, в чем сила США? Стабильность. Да, это есть. Что есть, то есть. Ну, по поводу... внутреннего кредита. Вот помните, постоянно говорю, что кредитовать. В Украине, в России этот показатель меньше 100%. Ну, то есть внутренний кредит по отношению к ВВП. То есть внутренний кредит это то, что как бы внутри кредит лучше. Предприятие, бизнес, население и так дальше. В США 241%. То есть, грубо говоря, они 2,5 раза перекредитовали все ВВП. Ух! Лихо. Вот это успех. Вот это действительно обеспечивает успех. И, ну, вечная наша дискуссия, вечная структура. Значит, повторяю, медленно, для всех. Значит, в структуре ВВП США 78% сфера услуг. Поняли? Да. Они вот не заводы, не фабрики, не то, как вы... Сфера услуг? Нет, там есть фабрики, 21%. Аграрный бизнес 1%. Что есть, то есть. Ну, напомню, я думаю, вы это, наверное, слышали, что, ну понятно, что валовой национальный доход по паритету покупательной способности на душу населения страшно называть, сразу говорю. Это первое место в мире. Легче до этого стало? Не легче. Я тоже так понял. Ну, и еще смотрите, инфляция в том году в США была 1%. Рост ВВП, ну, опять же, как бы, ВВП считается только в реально 2,4, чтобы было легче. Вот такая ситуация. Ну, инвестиции хотите сказать сумму? Да, вот, пожалуйста. 400, так, это чего? Ой, 4, ну, короче, 410 миллиардов. Не миллионов, миллиардов инвестиций. Вот. Сумасшедшая сумма. Вот такое США. Понятное дело, что это просто поговорить.